Всем привет, друзья! Вы на семейном канале! Здравствуйте, наши дорогие бэйби-гоши! Дима, на каком канале наши друзья? Бэйби-го! И сегодня у нас развивающий ролик съедобное... Несъедобное. Мы подобрали много всего интересного. Сейчас будет Дэн раскладывать одну тарелочку съедобное, другое несъедобное. Давай начнем с тюбиков. Смотри, у нас есть... Горчица и зубная паста. Что это то может съесть? Друзья, как вы думаете? Что съедобное? Горчица! Правильно! Давай, горчицу будем класть сюда. Это у нас будет тарелка для съедобного. А зубная паста у нас несъедобная, да? Да. Мы и зубки чистим. Так, ну что у нас еще с тобой есть? Бублик! Бублик! Это съедобное, ты думаешь? Да. Смотри, у нас с тобой есть два бублика. Какой из них съедобный? Этот. Этот съедобный. Да. А вот этот? Да. Несъедобный. Тогда мы вот этот бублик кладем в зубной пасте. Да. Это из пирамидки бублик, правильно, он пластиковый. А ни разу не съедобный. А, тот вот. А вот этот можно откусить. Там уже жадничай, чего ты? Дай папе-то откусить, можно? Нет, нельзя. Ну, мы сами кушать. Ну, хорошо. Ты потом, когда докушаешь, положи к съедобному. Хорошо? Ну, если что-то останется, конечно, друзья. У нас с тобой есть... Это что? Правильно. А у тебя в ручке что? Мяч. Что из этого съедобное? Апельсин. Конечно, друзья. Кладем его вот в эту тарелочку, да? Да. А мяч куда положим? Сюда. Правильно, кладем. Так, теперь переходим к прямоугольным формам. У нас есть пластилин и батончик корни. Что это тут съедобное? Это есть батончик. Ну, ты сначала баранку доешь. Ты уж определишь, что ты будешь есть. Значит, баранку кладем к съедобному. Да. Батончик, да? Да, открывай его. Ну так что, пластилин съедобный, ты мне ответь на вопрос. Несъедобный. Конечно, и куда мы его положим? Вот пойду. Хорошо, кладем. Динь, теперь у нас с тобой бутылочки. Такая огромная бутылочка, смотри. Да. Вот это огромная. И вот эта маленькая бутылочка. Какая вот из этих вот двух бутылочек, что вот можно есть? Это кетчуп. Его можно кушать. Да. Ну, не бутылку, конечно, грызть вот так вот. А, ну, там, в макароны, например, положить. Ну что, кетчуп съедобному? Да? К апельсину положим кетчуп? Да. Хорошо, кетчуп сюда кладем. А набор, а вот эту вот докторскую бутылочку кладем к... Правильно. Так. Ну, давай на завершение. У нас с тобой есть такой вот пакетик. И такой пакетик. Это салфетки и каша. Что это тут съедобное, Дэн? Каша. Это пятая. Пятая кашка. Тут написано 5 плюс пятая кашка. Для возраста 5 лет. Да, кашка у нас съедобная. А салфеточки у нас какие? Несъедобные. Несъедобные. Куда что положим? К съедобным и к несъедобным. Кого к съедобным положим? Кашку. А салфетки положим вот сюда. Я правильно тебя понял? Да. Отлично. Друзья, сегодня мы с Дэном тренировали понятие съедобное. Не? Съедобное. Несъедобное. И разложили две тарелки со съедобным и несъедобным. Ну а в следующий раз еще будет какой-то обязательно развивающий познавательный ролик. Ну а на сегодня все. Ставьте нам пальчики вверх. Как пальчики вверх здесь? Подписывайтесь на канал, оставляйте свои самые классные комментарии. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новостей. До новых встреч, друзья! Пока!